Привет из Алании, 5 августа, пляж отеля Саритаж, около 6 часов вечера. Саритаж, и тут, собственно, еще Луна Бич Хотел. И вот это был отель Сан-Франциско, сейчас, честно, я не знаю, что в нем. Скорее всего, Сан-Франциско уже нет, но люди там живут. Так, вот он, Саритаж перед вами. И смотрим еще его пляжик. Людей много. По лежакам заполняемость 90% даже по лежакам. И плюс еще куча людей в море. Сейчас посмотрим их оттуда, со стороны. Кто-то уже ушел с пляжа в это время, конечно. Смотрим еще отсюда, сколько людей купающихся там на пляжике Саритаж. Наш красавчик здесь. Привет, сейчас дам тебе покушать, дам тебе сейчас. Ты спишь? Сейчас. Вот такая вот картина, и людей в воде много там. Реально много людей, именно сейчас в море купаются. Всем привет, кто был в отеле Саритаж. Кто знает рыжего, особый привет всем. Сейчас, рыжик, сейчас дам тебе обед. Или я не знаю, что это у тебя будет. И такая картина здесь. Также выставил сегодня, уже, наверное, на канале, пляжи показал отеля White Gold, Antique Roman, Kyla и Азия.